Воровством назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступившего с инициативой передать Украине российские активы, замороженные в результате санкций. Об этом Лавров говорил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Алжир. Отметив взвешенность подхода Алжира к ситуации в Украине, Лавров о позиции Борреля сказал. Жозеп Боррель знаменит не только этим высказыванием, не только своими идеями в сфере конфискации чужого имущества, но, как помните, не так давно он сказал, что украинский кризис должен быть решен исключительно военным путем. Не мешало бы ему все-таки не забывать, как называется его должность, а он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском Союзе. Впрочем, не знаю, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты. В минувший понедельник в интервью газете Financial Times Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о замороженных российских валютных резервах, изъять их и направить на восстановление разрушенной войной Украины. Он привел пример США, которые, по его словам, забрали миллиарды активов афганского центробанка для потенциальной компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. Боррель предложил поступить аналогичным образом и с резервами России.